да, передача не должна идти тогда, когда, ну, давайте, передача не должна вот так идти. В чем ошибка? В том, что тогда, когда защитник, он будет бежать, но он успеет к нему уже, он успеет к нему и будет драться. Передача должна идти. Только она выбегает, вот уже вот здесь, чтобы он получил, игрок получил здесь передачу. Внимательно, можно. Так вот вы сейчас слушаете, вы смотрите мне в глаза. О, теперь вы слушаете, вы слышите тогда меня. У нас перед началом тренировки боевой личности. Концентрации, и так как, в общем-то, я думаю, что вам приятно со мной общаться, поэтому давайте мы быстренько, так сказать, сконцентрированно будем слушать и становиться в начальное положение. Значит, работа в тройке, два мяча, произвольная тройка. Один стоит ближе к боковой, и второй к боковой. Все, вот так, одна тройка, две тройки, три тройки, и все по троечкам. Я показываю. Вот в центре мяч. В центре мяч. Значит, я отдаю мяч, поворачиваюсь уже, и вот так. А я уже одним глазом смотрю в эту сторону, потому что от нее дальше боковой линии. Потому что от нее пойдет мне мяч. Я уже готов к принятию мяча оттуда. Готовы? Готовы? Попробуем. Сначала попробуйте. Пошли. О, да, туда, да, да, да. Голову поворачивай скорее туда. Быстрее. Страшно. В желании отдавать передачу. Понятно, да? Все работают. Оп!
Тань, ну расскажи, как тебе после долгого перерыва снова в роли кандидата в сборную России? Как себя чувствуешь, как проявилась сегодня на тренировке? Я не знаю, как я проявила, это лучше решать тренерам. Я старалась, как могла. Выкладывалась на все 100%. А как ты оцениваешь уровень кандидатов на сегодняшний момент? Ну, хорошие, все сильные игроки, конечно, молодые, очень хорошие, перспективные. Конкуренция очень высокая. Но здесь еще не все представлены, потому что многие команды готовятся к финалам Еврокубка, поэтому здесь еще мало народу. А что интересного сегодня на тренировке рассказал вам Иван Иванович Едешко? Много интересного о себе. А что запомнилось больше всего? Ну, это долго рассказывать. Показывал какие-то хитрости, как там лучше передачи отдавать, не знаю. Интересно в целом было. И что самое главное, когда он сказал какое слово, ты запомнила? Концентрация. Правильно. Это все говорят. Ир, расскажи, что сегодня сделали с тобой на тренировке? Настя. Мячом попали в голову. Как ты себя чувствуешь? Сейчас уже лучше. Но... А кто такой плохой, расскажи. Я думала, это Гришаева. Она мне лично хочет убить на тренировке, но это оказалась Настя Лагунова. Ты уже подготовила план мести? Мы там с Оксаной все обсудили. Да, месть будет жестоко. Пару советов от наших старших людей. Которые нужно подавать в нужно выработать план мести. На следующий тренинг. Мы уже обсудили, но мы еще его не отработали. Возможно, завтра. А когда можно уже ждать исполнения? Исполнения. Да, забудется, все забудется. Катя, расскажи, как прошла тренировка, что ценного рассказал вам Иван Иванович Едешко. Прошла вообще отлично. Много интересного сказал, как передачи давать, много всего отрабатывали. В общем, было здорово. Скажи, у вас, у команды были выходные, да? Как сейчас будете, как по возвращении, готовиться к плей-офф? К игре со Спартой? Это надо у тренера спросить. Вот. То есть вы еще не знаете его плана? Нет, еще не знаем. Но вообще мы готовимся как бы выиграть хотя бы. Вот, попасть в четверку хотим. А как вы рассчитываете сыграть в финале 8 в молодежном чемпионате? Вообще планируем на первое место идти. Так что будем бороться. Она все врет. Соколовская. Борис Ильич, как-то в середине сезона вы говорили, что кандидаты в сборную пока еще не совсем готовы. Вы сказывали некое неудовлетворение. На сегодняшний день как вы оцениваете подготовку кандидатов? Кто, может быть, прибавил из них лично? Ну, могу ответить то, что очень серьезно возрос уровень технической подготовки, безусловно, всех игроков. И с учетом того, что мы проводим этот короткий сбор на фоне окончания регулярного чемпионата, ясно, что игроки не находятся в лучших кондициях, у них не хватает свежести, но они полны желания проявить себя в тренировочной работе и заявить о себе как о полноценных кандидатах в сборную. Скажите, вот Татьяна Попова, она после травмы, после долгого перерыва сегодня вызвана в сборную. Как она себя чувствует? Как вы оцениваете ее шансы и кондиции? Могу сказать так, что ее кондиции практически вернулись в начальное состояние. Сейчас ей нужно себя вспомнить на площадке игроком, равно как и Марине Карпуниной, которая вернулась после травмы. Но шансы увеличены у всех. Есть, конечно, для кого-то они более высокие, для кого-то менее, потому что игроки разного уровня, но тем не менее идет вот такой взаимообмен мастерством, если можно так назвать, и само присутствие в сборной для многих девочек является серьезным импульсом для дальнейшей работы в самосовершенствовании. Спасибо большое.